XX, с вами Билли Викс. Всем привет! Сегодня я вам поведаю о новой кукле Ever After High Кордли Джестер из серии Way to Wonderland. Кордли Джестер засветилась в мульти «Путь в страну чудес», где играла одну из главных ролей, и там она представилась нам как настоящая злючка и засранка. Ну ведь согласитесь. Сейчас Кордли Джестер сидит в тюрьме за воровство и незаконное поведение при дворе Ее Величества Червонной Королевы. И примерно 2 месяца назад вышел 2-минутный эпизод под названием «Кто же такая Кордли Джестер?». В нем как раз таки она рассказывает, почему ее стоит зачислить в школу Ever After High. Кордли Джестер сама про себя говорит, что она шальная карта. Злые проказы – это ее конек. Хотя она и утверждает, что бывший конек. Но в раскаянии этой особы и в ее чистосердечность что-то верится с большим трудом. С одной стороны, не хотелось бы, чтобы злой персонаж оказался на свободе. Ну а с другой, ну согласитесь, сказки были бы скучны и неинтересны без злых героев. Среди прочего, Кордли обещала стать хорошей и поделилась добрыми делами, которые она уже успела сделать. Начистила до блеска доспехи белого рыцаря, работала личным шеф-поваром 3 козлят и сделала педикюр для великанши Тайни. Вы только посмотрите, какой милой она может быть, когда упрашивает о чем-то. Поэтому я считаю, что надо дать ей 2-й шанс. На официальном сайте Ever After High было открыто голосование. И, возможно, именно ваш выбор поможет написать новую историю о Кордли Джестер. С английского языка слово «Кордли» переводится как «льстивый», «угодный», «придворный». Джестер – «шут». Наша героиня – дочь карточного Джокера. В карточных играх Джокер – это особая карта, которая может заменить любую другую. Чаще всего на этой карте изображен шут. В средневековье шутом называли человека, который жил при дворе и смешил короля, его семью и гостей. По традиции он в колпаке и с бубенцами. Кордли очень дружелюбна и беззаботна. Кордли из страны чудес, что скорее всего означает ее дружбу с Мэдалин Хэттер, Китти Чешир и Лиззи Хартс, также Алистером Вандерлендом и Банни Бланк. У Кордли довольно много сходств с Мэдалин Хэттер, так как она такая же веселая, задорная и немного сумасшедшая. Также она похожа и на Китти Чешир, которая тоже любит подшучивать над другими и проказничать. У них схожие улыбки, и они обе беззаботны. Ну и Лиззи Хартс, у которой такая же любовь к картам, и у нее тоже имеется рисунок вокруг правого глаза. Ну и все персонажи из «Страны чудес» — это самое главное отличительное свойство. Стоп! А что было бы, если судьба Кордли была бы связана с Лиззи? Ведь она королева, а Кордли — ее шут. Но это точно не про Кордли. Нет, не, никак не Кордли. Шутница всегда ходит с улыбкой на лице, она не поседа, озорная девчонка, которая не может сидеть на месте, способна рассмешить даже самого грустного человека. Куда же ты? Шутница всегда ходит с улыбкой на лице, она не поседа, озорная девчонка, которая не может сидеть на месте, способна рассмешить даже самого грустного человека. Кордли Джестер помечена ярлыком Special Edition Doll, специальный выпуск куклы. Но и веряшка не является эксклюзивом Comic-Con Сан-Диего. Кордли Джестер входит в коллекцию Way to Wonderland – Дорога в страну чудес. По сравнению с другими боксами этой серии, коробка Джестер почти такая же, она просто уже. На задней стороне коробки на рваном листе есть рассказ о персонаже, Арт Кордли и другие 3 героя, входящие в эту серию. Китти Чешир где-то потеряли, собственно, и мы тоже, поэтому вы ее сейчас не видите на нашем столе. Также мы видим 3 карты Джокера, с помощью которых мы можем выбрать историю Кордли. Ее любимая еда, любимый аксессуар одежды и питомец. Кордли – блондинка, но в ее волосах также присутствуют и фиолетовые пряди. Они находятся в челке, зачесанной направо.
Ее волосы собраны с помощью шутовского красного колпака большого размера на золотистом ободке и украшениями сзади с 5 фиолетовыми колпаками, расположенными по кругу и смотрящими в разные стороны. На их концах есть золотистые бубенцы. Но они и не звенят, не то что мои. Украшение продолжается в виде фиолетового воротника на платье, спереди которого есть небольшая золотая деталь. Эта штучка открепляется и можно снять эту вещичку, но довольно трудно, потому что довольно сложная конструкция, и если это снимать, то можно повредить и ее прическу, и надо будет снимать ободок, всякое такое. Это довольно проблематично. И так как я люблю кукол в первозданном виде, то есть как они идут в коробке, так я их сохраняю, то я не буду заморачиваться и не буду это все открреплять. На глазах у Кортли сиреневые тени. Вокруг левого глаза изображен белый ромб. Губы, изогнутые в улыбке, окрашены в яркий красный цвет. В ушах красные серьги, снова в форме ромбика. Платье куклы до колена и с рукавами-фонариками. Полупрозрачные рукава сделаны из сиреневой сетки и заканчиваются красными лентами. Само платье сиреневого цвета, наверху и внизу присутствуют толстые красные линии. Платье на липучках, и оно легко снимается. Причем хочется отметить, что существуют разные версии Кортли, и у всех кукол разный принт в одежде. У кого-то преобладает в основном красный цвет, а вот у моей куколки смесь фиолетового, красного и черного. Оказывается, у кукол варьируется не только принт на платье, но и цвет рельефных колготок. У каких-то Кортли левая нога лилового цвета, а правая нога более фиолетового. Но это не страшно, ведь она шут гороховый. В одном из следующих видео я вам покажу эти две версии кукол Кортли Джестер, и там уж мы сравним. Все платье куклы покрыто фиолетовым узором из витиеватых линий и ромбиков. На талии располагается золотистый пояс и ярко-красная оборка шута, смотрящая вверх. Наряд заканчивается мелким зигзагообразным подолом внизу. Кисти рук окрашены в темно-темно-синий цвет. На руках есть длинные браслеты. На Кортли одеты колготки двух цветов. Бледно-сиреневый на левой ноге и фиолетовый на правой. Жаль, что это всего лишь имитация. Ножки просто покрашены. Нечего будет рвать. Хотя, может быть, даже так и лучше. Кукла обута в темно-синие сапоги с небольшим вырезом посередине, в форме ромбика на левом ботинке. Кстати, хочу напомнить, что ромб карта – это масть Буби. На правом сапоге добавлено что-то золотое на голени. Ну, наверное, улыбка. Есть также и красный бант, который легко снимается. Кукла выполнена на маленьком теле, например, как Китти Чешир. В набор Кортли идет карта Джокера, золотая расческа и золотая подставка. Мне очень понравилась куколка. Сама героиня очень яркая, эксцентричная и отлично продуманная. А как вам, монстряшка, эверяшка? А как вам, куколка-пуколка? Она же шут гороховый. А вы сами знаете, что вызывает горох, или что горох вызывает? Напишите в комментарии. Также подписывайтесь. Что горох? Напишите в комментарии, что горох вызывает. Напишите в комментарии, не что горох вызывает, а как вам куколка. Также подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. А также ждите новые видео. Be cool and crazy. Пока!